Нифига. Ну Да. что ж, всем привет, ребят. Сегодня мы продолжаем играть в Rust. Мы нашли какой-то домик здесь вот рядом со всем, в котором вроде как джекпот, куча лута. Так да, что... Всем привет-привет. Вот, мы просто в восторге нашли. Дом ну-ка. Уже зарейдженный, но тут целый ящик с лутом. Ну-ка, дай я загляну, пожалуйста, покажу хотя бы ребятам, что у нас здесь. Сейчас, да, я все карманы набью. Ага, кирка, кстати, куча камней, блин. Мне кажется, вот это вот мясо нафиг можно человеческое сбросить. А да, что еще лишнего? Уголь, да. Вот кирку надо обязательно как взять. Сплетануть? А нельзя, да, вот сплетануть? Лишний лук я у меня есть. Мясо сплетануть. А, смотрите, ребят, возьмите себе ботиночки, там есть. Мясо сплетануть, наверное, просто наложить на него. Все, я мясо забрал уже. Да, друг на друга накладывать. Но там предел тысяча. Нет, в смысле, наоборот, разделить. Разделите, смотри, нажимаешь, там есть полоска сплит, и потом перекладываешь, сколько тебе нужно, и нажимаешь на... мясо перетягиваешь. Да, нажимаешь на иконочку такую маленькую и перетягиваешь вниз. Так, подожди. Еще вот топорик надо, наверное. 87 тканей есть. Вот, может, вы наделаете... О, давайте-давайте, наделаем себе этих головных уборов. Так, я могу сделать... Вот у меня... Я забираю металлофрагменты. Хорошо. У меня есть балаклава, давайте я вам наделаю. Дерево подожди. Нам надо обязательно забрать. Вот, я, да. делаю, я делаю две балаклавы, короче, да? Ну, у меня 1000 дерева и еще 1000 дерева. И там еще 1000. О, смотри, тут сапоги. Я приоделся. Сапоги берите, да. Вот эти вот можно выбрасывать, нафиг нужно. Главное все поставить. Что это за звук был? Какой звук? Какой-то странный. Такой пуф. Никто ничего не ударял там, нет? Не-не-не. Странно. Я не слышал. Так, а окей. Может, камня? Я сошел с ума. А нельзя, слышишь, нельзя вот сплетануть, например, две кирки, чтобы починить как бы друг об друга их. К сожалению, бинт. О, вот кости я могу сплетануть. Подожди, я могу сделать себе ножичек вот этот прикольный. Костяной. Вот. Хотя нет, стоп. Он же 30 тканей стоит. Я же балаклаву вам делаю, я забыл. А он все равно больше. У меня всего 7 тканей. Не-не-не, сейчас я сделаю вам две этих балаклавы, отдам, если чтобы мы могли... Если на него не хватит, как бы, то ткани не будет, тогда на него спойди. Вот, смотрите, одну балаклаву уже выбросил, берите, кто там. Вторая делается пока что еще. О, супер, теперь я в тепле. А, череп можно сломать. А я выбросил. А, все, понял, где она. Я тоже слышал звук какой-то, будто что-то открывалось, не? Не, вот только что я не слышал, ребят, это странно. Нет, я ничего не слышал, как это... Смотрите, кстати, вот этот в центре стоит ящик, как бы металлом огражден. Так, вы все забрали? Дерево, все там залутали? Смотрите, парни. Да. Вот в этом центровом там есть маленький ящик. Я подозреваю, что там есть что-то хорошее. Раз здесь мы смотрите, нашли, ребят, здесь как есть... Как мы его откроем-то? Здесь есть еще шкаф, а если мы его сломаем, мы можем здесь поселиться, может, нет? Так, мы можем в нем авторизоваться, мы можем здесь поселиться, да, но мы не сможем разруинить наши вещи, тут ремова нет как бы на серверах таких. То есть мы не сможем снести то, что нам не надо. Ну ладно, тогда лучше, короче, с нуля будем строиться, потому что... К сожалению, да, и надо так строиться, чтобы... Так, еще одну балаклаву сделал, кому еще надо? Давай, я ж голый хожу. Так, все, сбросил. Фух, ну что, валим, короче, отсюда, все залутали? Не хотите герандони на а сколько еще ткани есть на ботинке? Ткани 30 есть, могу сделать как я раз ботинки. Да, сделайте одни. А, слышите, а мы можем, например, троем в одном спальном мешке засейвиться? Ну, если бы мы были геи. Не, ну просто как бы по очереди спать там, я не знаю. Ну, вообще вряд ли, я не знаю. Ну ладно. Просто 30-ку стоит спальный мешок. В принципе, Серьезно? Я один могу сделать. Нам вот этот, разбомбить вот эту вот комнатку, мне, я уверен, там в этом ящике есть хороший лут. Mm-hmm. Но правда, это немножко затратно по времени. И стучать нужно по крыше, потому что металлическая вот эта стена это 600 ударов, mm-hmm. а потолок 500. Ну и плюс на троих это там, по 250. Нет, 250. Ну, в общем, это мало. Втроем достаточно быстро это сделаем. Сейчас так. Только надо как-то туда еще залезть. Какая у них крыша тупая. Да, крыша тупая. Че просто? Через одно место запрыгивать, так сказать. Я вообще не могу иногда на вот эту херню запрыгнуть. Мне кажется, ее здесь не они строили, а кто-то другой. О. Ты что, сделал лестницу? Да. Я просто хочу туда запрыгнуть. Почему я раньше запрыгивал, а сейчас не могу? Что за говно?
Вот куда я хочу залезть. Я хочу залезть тут на крышу. Ты решил вообще, короче, типа, ну его нафиг. Так, я еще авторизовался здесь, короче, на всякий случай. Зря. Как вы запрыгнете-то? Не, сюда-то можешь запрыгнуть. А что лестница не ломается-то? А, все поломалось. Так, короче, вы все здесь залутали, свалим отсюда. Меня уже угнетает этот дом. Блин, ты поставил потолок там, где я пытался запрыгнуть. Что вы пытаетесь сделать? Почему мы здесь остаемся? Я просто, я к чему? Вот в этой комнатке, на которой я прыгаю, здесь лут. Там ящик с лутом. Как бы, если все хорошо, то ящик реально с хорошим лутом. Если все плохо, то это можно потратить здесь время и ничего не найти. И сколько приблизительно мы троем можем потратить, чтобы залутать эту фигню? Минуты две, три, может. Ну, так не проблема, я просто стопану запись, и мы его залутаем. Хотя, знаешь что, проблема небольшая. А ну-ка. С быстрым крафтом. Дерево есть, но у нас нету копий. Копий? А копья будут долго крафтиться. А зачем нам копья? А чем мы будем стучать? У меня нечем. Ну, у меня есть две кирки и топор. Не хватит. Там нужно кира штук 10, наверное. Ого. Да может забьем, ребят, ну его да, нафиг. Да, давай, ладно. Ну там, если что, вернемся сюда. Да, потом, когда уже пожирнее будем. Так, предлагаю в этом эпизодике хотя бы уже себе домик построить какой-нибудь. Я согласен абсолютно. Только давайте решим, где мы будем его строить. Ну можно прямо здесь где-нибудь, вот полянка. А строительство запрещено, давайте отойдем тогда. О, бочку вижу, по-моему, или нет? А ну-ка, подожди. Смотрите, посреди этого верстака, нет, это домик чей-то, блин. А что здесь делать? Может, вокруг него мы и построимся, чтобы у нас он сразу был, ремонтный верстак? Ну и просто рядом, чтобы, знаете, выходить. Вот я предлагаю здесь построиться, в принципе, солнечно. Так, ну что, я начинаю тогда? Давай. Так, а сколько нам фундамент понадобится? Да я думаю, небольшой, четырехфундаментный, я думаю, нам пока с головой. Нас просто больше ресов там не хватит. Так, есть. Окна не будем делать, только стены? Только стены, да, нам ничего не надо. Окна, да, и выход. Сейчас. Медвежатник. Пилары же для начала. Да, чтоб не развалился. Так. А почему я мишку пойду немного накажу. Есть, подожди. Да, конечно, ты чё? Так, подожди, стоп. Можно теперь сразу ящик поставить. Да-да-да, сейчас все будет. Стены. Так, сырочка отъехал. А, мне его добить ничего. Так, стены есть. Теперь, значит... Чисто шалаш какой-то. Да пойдет, блин, мы за минимализм. Так, дверной проем. А он как раз такой, чтобы... Я хочу здесь еще сделать... Ну, извините, я не архитектор. Треугольный фундамент. Стоп, подожди, какую нам лестницу надо поставить, чтобы я сюда залазить смог? Вот, ступеньки. А как их перевернуть, слышите? Я а не зачем? Помню. Ну, пожалуйста. Вот ну, я здесь. Вот так вот хочу... А, вот так, типа, залезть? Да, подожди. Не, их можно как-то там... Они сами должны пристроиться. А вот они почему-то, зараза, не пристраиваются сюда. Может, может тут... не та лестница? Ну, почему? Вот все, я могу ее поставить здесь, а вот тут почему-то нет. Давай, сейчас посмотрим. А, во-во, все, это я не... Да-да, это я не то строил, это же я. Так, теперь дверь нам нужна... Вот тут уже ящик для сброса. Так, надо и... Теперь, да? А ящик можно, да, модифицировать? Не, ящик нет. Стены, потолок, фундамент, все это можно... Не, просто в нем так мало слотов, типа. Не, вот я сейчас могу поставить... А у кого-то же был жирный, да, ящик. Вот я сейчас поставлю. Ой, да. Ну все, в принципе, наш идеальный дом готов. Пора, я думаю, здесь... Лучше фундамент и стены. Да, давай, у меня есть краскиянка, подожди. Так, ну поехали. А то развалится нахрен все, это очень быстро. А как он улучшается-то? А вот, улучшить до деревянного, улучшить до каменного. Не-не-не, правая кнопка мыши надо зажать. Лучше до каменного можно. До дерева лучше. Там, блин, нас... а я улучшил до каменного. Ну, давайте до каменного. Нам, в принципе, это не так уж потенциально. Так что блин, лучше, каменный или деревянный? Давайте каменный. Так мы же уже деревянный поставили. Подожди, стой. Значит, будет... Все, каменный, добиваем. Все, давайте каменный, да. Так, у меня еще есть даже немножко металла. А немножко металла, это мы сможем сделать кодовый замок. Тогда нам никто... А, нет, даже не так. Так, подождите, я еще начну сейчас крафтить шкаф, наверное, да? Все, я шкаф уже начал крафтить. Да почему некоторые ставят до деревянного, не в некоторые до каменного? Вот, металл сделал дверь, шикарно. Подожди. У меня просто кончился камень. У меня закончились ресурсы, все, ГГ. А это разве? Вот я улучшил, все. Короче. Все, у нас целый дом.
Все. И как раз тупо впритык, ребята, впритык. И плюс я начал строить, короче, себе, ну, нам этот шкафчик, да, он 2 минуты строится. А он, в принципе, шкафчик для одного места. Куда даже строится? У нас же не многоэтажка. Да пофиг, здесь поставим, чтобы никто не мог... Шкаф этот... с инструментами, которые... Нет, шкаф, чтобы никто не мог здесь ничего крафтить вокруг нас. А, нормально. Этот, и что ты хотел сказать, я забыл. Замок надо нам поставить. А, слышишь, Макс, у тебя же был этот большой сундук, что ты не поставишь? А, я ждал, пока вы улучшите потом пол, чтобы он не провалился случайно. Чтобы он не слезли. Так, просто... Куда поставим? Есть еще ткань, равно, можно мешок сразу замотить. У меня 30-ка есть, но 30-ка это на один мешок. Ну да. А, но нужно 100 древесины. Есть у кого? Есть у меня 1000. Давай. Половину. А где взять 100 топлива низкого качества для печки? Топливо делается из жира и ткани, по-моему. Я сейчас делаю. И да, сделаю печку. Да, а, стоп, да. У меня животного жира нет. А я его сбросил. У меня есть животный жир. 41 нужно? У меня есть. Так, ну, давай, вот, давай, но давай. Я все равно выбрасываю. Ты займись... Его в костре надо переетывать? Не, так, давай пусть Макс займется печкой. Сейчас 5, я займусь 6, шкафом. 8... Я уже почти сделал. А, у меня ткани не хватает. Вот что делаю. У меня есть 30-ка ткани, но я на что потратить его? Мне кажется, стоит сделать спальник хотя бы один. Да, чтобы хоть кто-то себя мог типа, слушать. Спальник действительно, нажал. Спальники очень нужны. Как мы будем домой возвращаться-то, если нас убьют? Это ну, я вариант. Один уже делаю. Никак. А, подожди, а кодовый, кодовый замок ты не хочешь поставить? А нет у нас ни ресурсов, и не можем мы его крафтить. Его же нужно изучить сначала. Так, стоп, я ставлю... Вот это пистолет, это вообще ужас какой-то. Так это самый дельный пистолет, он самый... Так, ребят, в сундуке авторизуйтесь все. В сундуке, в шкафу. Так, есть. Дальше. Так, тоже камни сюда не нужно. Да, давайте сюда. Почему нельзя троем в одном сундуке смотреть? Меня это бесит. Да, печально. Сейчас... Заброшу лишнее. Так, все, один спальник. Давайте спальники тут просто в ряд будут стоять. Вот, один спальник я уже поставил. Смотрите, на печь нам немножечко не хватает. Нам нужна печь, нам нужно еще два спальника. Немножечко чего? Немножечко топлива. Топлива нам нужно еще 60. 60 топлива, это нужно... Давайте, кто не страдает топографическим кретинизмом, чтобы он запоминал, где наш дом находится. Я кинул еще 7 ткани. А то я иногда могу забыть, где наш дом находится. Давайте кто-нибудь... Я скину туда все это. Хорошо, ну постараемся это особо, ну а что нам, по дороге-то бежать и все. Так, подожди, да капец, мы такую, в смысле, в такую даль убежали. Да вы не, посмотрите, ну... у нас идеальная хата, вы чё? Смотрите, я еще камень посбрасывал. А это нормально, что сквозь дерево тень падает в дом? А, нет, это сквозь дверь, походу. Из вас никто медведя не гасил рядом? Я. Ты гасил? Да, я его что, не залутал? А чё, ты его не залутал? Странно. Еще здесь, давайте сразу здесь еще костерчик поставим, чтобы все было по красоте. Смотрю, чисто подарок судьбы валяется. Так, а что, ну давай я скину с него ткани. Закинул? Блин, а ты мне ботинки так и не дал. Я их так и не скрафтил, я ж на спальник потратил. Так, подожди. Тогда скрафти сам себе ботиночки. У меня, о, ребят, у меня же есть 650 металлофрагментов. А, они там есть, и так их много. Я думал... Металлфрагментов? Так вот у нас здесь в сундуке 2,5 штуки металлфрагментов. А, так нет, то камни. Металлфрагмент это уже переплавить. Нет, это железная руда. Ну, а ну, фактически, да, переплавить надо. Так, стоп. Кости вот нафиг не нужны, наверное. Подождите, вот так вот. Камни обычные. А в костре но... разве нельзя переплавить? Зачем я крафчу костер, если у нас здесь два костра? Вот я тупил. Я сбросил туда костры, я не знаю. Как отменить-то? Все, я отменил. Я лучше... Так давайте зачем? Давайте сразу поставим здесь костер. Пусть стоит-то, чем он мешает. Ставьте. Вот, и ставьте, можно, в принципе, сразу здесь как бы и мясо поготовить, нет? Можно. Так, я замотил мешок. Сплит. Вы, если не против, я думаю, вы не против. Сейчас немного дерева хапану. О, рядом смотрите, еще... если рядом стоять, второй восстанавливается. Да-да-да. Комфорт же 100%. И ХПшка восстановится сама. И не нужно отъедаться, тратить сюда. А как в нем поспать-то? Ой, что-то а в нем нельзя. Он, ну, короче, не для сна. Просто как спаунпоинт. Да, типа, ты потом просто, когда умрешь, можешь здесь восстановиться. Так, смотрите за мясом там, чтобы не потерять и так далее. Да-да, я уже забрал душку. Наделали, я тоже хочу. Кто-то побежит. Давай-давай.
Темнеет уже, нет? Или мне кажется? Пойдем загасим его, что ли? Да, надеюсь, темнеет уже. Надеюсь, он с оружием. У нас... Давайте я займусь тогда. Сейчас тут еще хавку надо откинуть, которая имеется здесь у нас. А вы слышали? Ты слышал его где-то? Да-да-да. О, смотри, там я добро буду там далеке летал. Ну что-то топало тут. Может, это еще животное быть. А вон чувак бегает около... Смотри, на пригорке вон тут. Куда я смотрю. Видишь, бегает? Туши костер, туши костер. Сейчас подожди. Наш дом ведь никак не защищен. Он у нас даже без этого. Как его? Без замка вообще. Без замка, да, вообще без ничего. Так, ну мы ж маньяки, топором его зарубим просто и все. Ну если у него нет оружия. Я оружия не вижу. Я уже хочу дожарить это мясо. Вот здесь он где-то был. Из принципа. Короче, у кого спальника-то нет? У Макса, да? Да, у меня нет. Да. Так, сейчас сюда еще ткань сброшу. Ну чё, мы можем, в принципе, устроить ночную охоту небольшую. Я, знаете, все-таки очень хочу этот домик добить, тот потолок. Я уверен, в той комнате должен быть плод. Вот там один ящик стоит, он маленький, но в этом маленьком ящике может быть интересно. Вот. Почему холодно? Я же вроде бы одет. Из-за того, что ночь, наверное. Ночью в разы холоднее, к сожалению. Угу. Блин, почему? Надо было трусы скрафтить. Такой просто у меня в ботинках. Просто хозяйство мерзнет из-за этого. Да, в ботинках, в балаклаве и такой полностью голый. Это такой просто трэш. Что-то он где-то здесь пробежался и исчез, да? Блин, ребят, вы что, меня одного оставили? Мне страшно. У тебя огонь горит, палец капец, конечно. Так, все, я загасил. Если что, кто проголодается, 8 кусков в сундуке. И бинт тоже. Да, это говорит... Короче, где вы находитесь-то? Возвращаемся домой. Нам нужно найти где-то рецепт от кодового замка, иначе наш дом просто... А если, например, построить обычный замок и всем ключи дать? Можно, можно, но... А как мы всем ключи дадим? Слышите, ребят, а какой смысл от карты бумажной? Никакого. Ну, подожди, нет, смысл есть. Мы можем... Там же как она строится? Ты можешь на карте нарисовать точку, вот, а она... Получается, отображается всегда, куда ты движешься. И на эту точку мы можем возвращаться. Ну давайте я скрафчу бумажную карту. Ну, немного она неудобная, но... У кого-то есть? Чего? Косарь дерева надо. Да, есть, держи. Надо дверь закрывать. Там, по идее, валялся или нет в ящиках? Да-да-да, я спросил. Так, подожди, сколько у нас ткани есть? Не ткани, а этой бумаги. Блин, а я там, помню, где-то сбросил бумагу, думал, она нафиг не нужна. Ладно, так, сейчас мне, получается, 10 бумаги надо. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, так это вообще жесть, она будет вечность крафтиться. Да? Ну, она по 30 секунд одна, ну ладно, в принципе, такое. Пока ночь, я думаю, можно по чуть-чуть полутать здесь рядом деревья, как минимум. Пускай будет, лишним дерева не будет. Все равно оно как крафтится. Вы там чем занимаетесь вообще? Я дома облагораживаю. Ну, этим... в общем, я ерундой страдаю. Цветами, картинами. Я просто очень люблю строить, и поэтому... Я уже блин, надо было тебе возможность строить дом предоставить, а то я построил какую-то фигню. Не, так я вначале так же и сделал, потому что у нас-то особо нечего сейчас построить. Дерева мало, всего мало. Блин, я куда-то топор уронил, а он тупо исчез, прикиньте. Причем железный. Тут уронил его? Да-да, типа мимо верстака промазал, тут же написано «перетащите предмет». Я вот прям на надпись навел, и он исчез. Да, он упал куда-то. Походу, он совсем с концами. Ну, он, может, под верстаком как бы завалялся, и все. А что это за фундамент? Это... Да я накопил, я сейчас просто смотрю, как добавлять тут домик. А, о, как ты придумал. А как мы эту стенку-то сломаем? Какую? Вот а дом. не надо ломать, ничего не надо. А как ты переходишь? Блин, на потолок мы же тоже не сможем ломать. А как переходить из этого дома в тот, типа? Ну, обходить постоянно не кайф, типа. Не-не-не, все будет. Ну, я понял, ладно, я тебе доверяю. Еще будет. Я что-то об этом не подумал, как переходить, но все будет. У нас просто будет у каждого свой дом. Не, я хотел как-то связать. У вас бинты есть? А бинты есть в этом. У меня есть один, и второй в ящике есть. Смотрите, парень в доме в том, который мы рейдили. Да, пойдем. А вы хотите, типа, убить его? Ну, у меня лук и стрелы. А у меня... Так, сейчас, стоп, я дверь забыл закрыть. Только не палите. Давайте... Ну ладно, да. Подождите меня, блин, вы убежали.
но мы для тебя его поджарим чуть-чуть. Окей, все. Я вообще очень надеюсь, что он нас не ушатает, потому что у нас дома... Так, сейчас тип... весело, если ушатает. Типуля с калашом такой, представляете? Так, ну чё, вы готовы? Вот он сходит там. Ну спал. Чё? Я уже... Не, у него есть копье. Есть, попал, по голове ему попал. Так, как... Я не могу сюда залезть с первого раза. Блин, не попадаю, отойдите, пожалуйста. Сейчас я... Так, я его не вижу, ребят. Он в доме уже. Предлагаю запрыгнуть туда и просто копьями его распидорасить. Так, он тут что-то он хитрит тут. Макс, как ты запрыгнул с первого раза, охренеть? Ну просто этот, читер. Практика. О, я запрыгнул и вниз спрыгнул, это вообще. О, есть, все, погнали, короче. Иди сюда, сынок. Типа, мне пофиг, я если что сдохну. Все, я убил хорошо. Его. Хорошо. О, ну у него ничего не было особо-то. Так, ну, костер в костре, он что-то, дерево тут все забрал. Так, вот у него еще одно копье есть, еще один костер. Ну, похоже, решил здесь поселиться на ночь. Спи спокойно, дружище. Всего хорошего тебе. О, у него камень, это самый топорик. Правда, на исходе, но тем не менее. Я еще нашел там... Не супер, конечно. Столько пота, ради чего? Не, ну... Ну, кто знает, да, без базара. Да-да. Да что ж такое? Запрыгнул. Что, ты хочешь все-таки на крышу, не? Не, я хочу, но пока нет, как бы, смысла. У нас с собой нет достаточного количества холодного оружия. Нам нужно найти что-то вроде животных, да, чтобы мы могли сделать тебе еще, Макс, спальник. Потому что если ты умрешь, тебе да, нас будет... Да, я никак сюда не вернусь. Ну... Ну, вернешься, но... Часами беготни бестолковой. Так, и вот еще самое одно из важных, это замок, да, еще нам нужен. А то бегаем, и у нас дома открытый, пожалуйста, заходи, кто хочет, забирай, что хочешь. Так, лучше. Вот, все, лестница теперь у нас деревянная. Так, подожди. Кайф. Фак. Я надеюсь, на записи хотя бы все нормально видно, потому что темнота. Не, оно светло достаточно, несмотря на то, что ночь. Mm-hmm. Так, сколько у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Маловато. 3 на 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, и каменная карта. Ой, каменная бумажная карта. 30 секунд делается. Сейчас я посмотрю, как она работает. Я ни разу не видел эту карту, не крафтил. Интересно же. Да, ну там очень все простенько. Но нужно, чтобы понять, надо попробовать. Во, вот такая вот будет штука. Тут будет дерево отобьем, тут будет заход. Да, я так вижу. Так, что у нас тут? Стена. Так, а ну-ка, бумажная карта. Как она работает вообще? Подожди, ну вот она у меня в руках. Еще дальше-то? Как там? А посмотри, нажать на нее, на эту. А, G, я понял. Офигеть. А как здесь точку-то поставить? А там у тебя справа должны быть фломастеры нарисованы. Ага, ву, нифига себе. Так это же вообще творчество для художника. Так, ну я беру фломастер. И как рисовать-то? Не знаю, не помню. Берешь. Тут можно же древесный замок сделать, он фиговый, да? Да, ну не, он не фиговый, ну как фиговый, он замок, его никто не вскроет, им все равно придется ломать стену. Проблема только в том, что там будет ключ у этого замка. А на ключ, если человека, тебя да? убьют, да, на одного человека, если тебя убьют, то все, как бы, чао, заберут ключ, если они, правда, еще не найдут твой дом, могут еще найти. Но это наш вариант, потому что у нас другого варианта никакого нет по поводу замка. Все, я сделал, короче, пометку, где находится наш дом. Отлично. Карта, кстати, полезная штука. Только главное, ты не таскай с собой ключ, а то убьют. Заберут карту. А можно... А, даже так еще может быть? Я думал... Я не уверен на 100%, но, по-моему, вполне логично, если так. Вот тут дом рядом с нами, каменный, его, походу, тоже зарейдили полностью. Сейчас я сброшу лишнее и совет, ну, как бы, пойдем дальше, да? Угу.
Ладно, дальше мы, наверное, пойдем уже в следующем эпизоде. Это мы будем заканчивать. Если вам понравилось, ребят, ставьте большие пальцы вверх. Пока и удачи вам. Всего хорошего. Пока-пока. Так я, да.